Всем огромный привет! Вы на канале «Вечное лето». Всем привет! И мы приехали в Мерсин. Мы здесь впервые. Нужно было приехать сюда раньше, потому что это классный курорт, который пользуется большой популярностью среди туристов, среди иностранцев. Многие приезжают сюда отдыхать, жить. И мы с Наташей хотим вам показать этот город, рассказать, какие здесь цены на отели, на продукты, на квартиры, какие здесь пляжи, магазины, торговые центры. В общем, все покажем и расскажем. Мы находимся в отеле Сахил Марти. Посмотрите. На первой береговой линии. Да, он находится прямо на первой береговой линии. Вы часто нас просите показывать отели, а мы редко живем в отелях. И вот как раз выдался случай показать вам хороший и недорогой отель. Посмотрите, собственный пляж, плавный заход в воду. Посмотрите, какой красивый песочек. Мягенький, хорошенький. И давайте еще пройдемся по территории отеля. Я вам покажу, где проходят завтраки. Посмотрите, на улице красивые столы. Похоже, сегодня будет свадебная церемония. Территория отеля небольшая, но ухоженная. Сам отель, он не новый, да, но раз его локация, она... Делает свое дело. Делает свое дело на первой береговой линии. Ну, номера чистенькие, все достаточно, в принципе, уютно и комфортно. Вот, посмотрите, еще зона ресторана, закрытая, то есть можно наверняка на улице позавтракать, это мы завтра узнаем. И вот такой большой ресторан внутри. И давайте покажу наш номер. Посмотрите, у нас одна большая кровать и маленькая. Достаточно красивый, светлый, просторный, есть где разгуляться, есть балкон, предлагаю тоже на него выйти. Вид на море, правда, немножечко сбоку. Не фронтальный, но в отеле есть номера именно с фронтальным видом на море. Заходим, у нас здесь телевизор, холодильник с водичкой, большое зеркало, потом красивая люстра, кондиционер, стол, стулья, прикроватные тумбы, шкаф большой, есть прихожая, просторный санузел, мне кажется, за эти деньги вообще супер номер. Посмотрите, душевая кабина, раковина и достаточно просторно. И информация для девочек, есть вот это зеркало, с которым так удобно краситься, увеличивает все, каждый прыщ. И фен, не обязательно тащить с собой. Мы сюда приехали из Алании, и дорога заняла где-то 4,5 часа. Ну да. Выехали в 6 утра, и вот мы уже здесь. Наташа, расскажи про нашего водителя, с кем мы едем. Нашего водителя зовут Мехмед Бей, он работает у нас в компании. Сегодня, скажем, он вызвался добровольцем, чтобы сопровождать нас, привезти в этот замечательный город и также, ну, скажем, с нами провести время, в том числе поработать. Вот, он будет нас возить. Он все знает, он показывает нам достопримечательности и кормит. Да, и кормит. Самое главное, что кормит. Голодными не держит нас в черном теле. А сейчас могу раскрыть тайну, куда мы едем? Конечно. Мы едем в сторону Марины. Набережные, там как раз-таки расположен одноименный торговый центр. Казалось бы, 400 километров, но время в пути оказалось достаточно быстрым, потому что дорога прекрасная. Море, ну, серпантины, да, горы, пляжи. Как в Каш, вот похожа дорога. Да, там даже был какой-то населенный пункт, назывался он Ени-Каш, это как новый Каш. Мы с вами, ребят, приехали на набережную. Здесь у нас вот порт. Кстати, в Мерсине самая большая марина для вот пристань для яхт в Турции. И прямо вот здесь есть на набережной разные рестораны и торговый центр с одноименным названием «Марина». Когда мы сейчас с вами ехали, да, видели, какая огромная просторная набережная с разными спортивными площадками, теннисными кортами, там, тренажерами, большими прогулочными зонами, велосипедными дорожками. И Мерсин на сегодняшний день — это город-миллионник. Но изначально это была такая небольшая, как деревушка, но в 19 веке все изменилось из-за гражданской войны в США. Соответственно, налажены поставки хлопка отсюда, и, соответственно, регион стал развиваться, были проложены железные дороги и построен порт. И на сегодняшний день Мерсин является огромным таким
административно-промышленным городом, в том числе и туристическим городом Турции. Мы очень часто общаемся с нашими зрителями, которые здесь живут, и они говорят: Мерсин самый лучший, мы никуда не хотим, он для нас номер один. И часто нам пишут: ребята, приезжайте в Мерсин, у нас дешевле, чем в Алании, у нас огромные торговые центры. И вообще, когда мы сейчас ехали по городу, вот какое первое впечатление? Это как Анталия плюс Алания, это как курортная Анталия. Тоже много высоток, торговых центров, большие дороги, но атмосфера отдыха и курорта. Я не видела таких спешащих на работу людей. Люди работают, но как-то расслабленно. Любимая часть съемок для нас с Наташей – это посещение торгового центра. Совместим приятное с полезным. Значит, здесь очень много марок, магазинов, брендов классных. И я видела там большой отдел ГЭС. Да, за нашей спиной. Надо будет зайти. Красивый здесь такой бассейн. Зеленая территория, ну, приятный торговый комплекс. Я хочу, чтобы ты рассказала. Расскажи, пожалуйста, про этот магазин. Вот что это такое? Бэйман – это мультибрендовый магазин, сеть по всей Турции, в том числе и в Стамбуле есть, и в Мерсине. То есть в этом магазине собраны первые линии брендов. Тяжелый люкс. Тяжелый люкс, да. Валентина, Селин, Ив Сен Лоран, Джимми Чу и все такое прочее, как одежда, сумки, обувь, аксессуары, парфюмерия, косметика. Вот сейчас зайдем, посмотрим, что здесь есть, какие цены. А в Турции есть такс-фри, возврат налога? Да, конечно. Вот в аэропорту можете еще вернуть часть стоимости покупки. Заходим, посмотрите, какая красота. А все бренды по своим секциям. Я вижу Fendi, иду к Fendi. Все, вижу Fendi. Fendi. Вижу Fendi, не вижу препятствий. Такая красотка, багет. Посмотрите. Здесь все оригинал. Можете все посмотреть, примерить. Цена кусачая, как путевка в Турцию. 45 450 лир. Умножайте на 4, будет цена в рублях. Вот. Но такая уж цена на самые дорогие бренды. Для меня объемная, да? Что скажете? Вот это намного аккуратнее. Мне больше моя нравится. Пришли в отдел Селин. Наташа сказала, что это моя любовь. Моя любовь. Процитировала. Да. Вот эта малышка стоит 57 950 лир. Как вы поняли, цена не зависит от размера. Да, мне кажется, чем меньше, тем дороже. Красивая, конечно. Но гладкая, может коцаться. Да, поэтому не актуально. Да, непрактично за такие деньги. Кроссовки Balenciaga. Такие они красивые. 25 450. Привет, Кэрри Брэдшоу. Смотрим туфли от Manolo Blahnik. Посмотрите, какие красивые, с их фирменной сияющей брошью. Атласные, стоят 25 450 лир. Невероятно красивые, просто роскошь. Я, если честно, мечтаю о таких, но мне некуда их носить. На красные коврошки меня не приглашают, на свадьбу тоже. Поэтому просто, когда вижу, захожу, любую скручу в руках и думаю, совершенство. Нашли Michael Kors. Посмотрим, какие здесь цены. Вот такой рюкзак. Кстати, невероятно легкий. 10 450 лир. Еще мне у них нравится вот эта сумка. На что она похожа, как вы считаете? Есть смысл переплачивать? Ну, для меня есть. Я хотела именно такую. Но, в принципе, можно взять и похожую Michael Kors. Она просто поменьше. И какая у нее цена? 4 449. Вообще нормальная. По сравнению с этой, недорого. Хороший выбор обуви, сумок, аксессуаров, одежды, как люкс, так и премиум сегмент. Я думаю, сюда можно прийти на весь день и потеряться. Большой выбор ароматов, хорошее место, чтобы купить подарки себе и близким из Турции. Вот, посмотрите, так выглядит типичный шопоголик. 5 признаков шопоголизма. Ты пришел на работу, но вместо работы на тебе уже синее платье. Пока только на шее. Коротенькое. Ножки покажешь. Вот надо было в таком платье видео снимать. Сколько стоит? Что за модель? Что за марка? Марка, не знаю, не слышала. Да, я тоже. Блаж. 5300. 5300. Ого. Мы уже хотели уходить, правда. Уже даже Наташа вышла. И тут я увидела отдел очков. И мы снова здесь. Посмотрите, большой выбор. Есть и Prada, вот эти ультрамодные узкие очки. Есть и Dolce Gabbana. Кстати, вот у меня такие же. Только черные, а здесь черепаха, оправа. 4 200 лир. Очень красивые. Вот сейчас померю.
И вы поймете, почему они мне тоже нужны. Они более летние. Это намек оператору. Мы остановились на кофе и сидим прям в классном кафе с очень красивым видом. Топ! Я вам хочу показать, какие здесь цены на еду и кофе. Кофе 79 лир за капучино. И еда, смотрите, вот такой турецкий завтрак 162 лиры. Потом яичница 270, гранола с молоком 150. Вот посмотрите, как красиво подается капучино. Омлет с травами 108 лир. Просто омлет 94 лиры. Вот для такого крутого места, я думаю, что хорошие цены. И пробуем кофе. Кофе с печенькой. Зарекала себе, все, после Таиланда буду худеть. Саша мне сказал, да-да, в Турции похудеешь. Невозможно здесь похудеть, столько вкусной выпечки. Вкусный кофеечек, хорошая пенка. И попробуем местное печенье. Не сильно сладкое, шоколадное, с какими-то орешками. Вкусно. А в тренажерный зал пойду на следующей неделе. Мы вышли на набережную, и к нам присоединилась Дана. Дана, привет! Спасибо большое, что согласилась ответить на несколько наших вопросов. Привет! Всегда пожалуйста. Очень рада помочь. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты и почему решила переехать в Турцию? Я сама с Казахстана. Так. Город Алматы. Изначально я вообще переехала в Турцию, в Аланию. Пожила в Алании 2 года, потому что Алания самый комфортный, как бы, город для того, чтобы адаптироваться в Турции. И далее, ну, мы с мужем уже захотели более большой город посмотреть, поменять локацию. Так. Из-за интереса и переехали в Мерсин. Поняла, спасибо. Чем вам нравится жизнь в Мерсине? Сколько вы здесь уже живете? В Мерсине почти уже год. Сам Мерсин мне нравится тем, что это большой город, миллионник, да, как мы все знаем. Здесь есть как бы районы и для туристического отдыха, есть свой колорит турецкий, есть исторические места, много чего интересного. Он очень активно сейчас развивается. Много здесь русскоговорящих людей, которые вот постоянно живут? Да. Да? Сейчас много. У нас также в Мерсине, как и в Алании, есть районы, как Махмутлар, например. Здесь есть район Тедже. В Тедже сейчас активно он развивается, именно есть наша кухня, наши салоны, открылся русскоговорящий детский сад. То есть очень тоже становится удобным для русскоговорящего населения. То есть нет проблем с нашими привычными продуктами, вот русские магазины, да, есть там? Да. Найти горчицу, вот это все. Также все это открывается. Ага. Филиал того же магазина в Алании, который в Махмутларе находится. Космолет. Да, вот его же филиал открылся в Чешмели. Ага. Там мы можем все наши привычные продукты найти, нету проблем никаких. А скажи, пожалуйста, как здесь зимой? Какая температура зимой? Насколько холодно? Если честно, Мерсин не сильно отличается от Алании. Зима здесь комфортная, так как Мерсин газифицированный город. Дома отапливаются полностью, и проводить зиму в Мерсине очень комфортно. Не холодно. Да, в квартирах не холодно, это уже большой плюс Мерсина. А расскажи, пожалуйста, есть тут открытые районы для получения ВНЖ? Да, у нас сейчас в Мерсине, начиная с Инишихира в сторону Анталии, Эрдемли, начало Мезетли, все районы открыты для получения ВНЖ. Начиная с микрорайона Чешмели, все активно застраивается для иностранцев. Скажи, пожалуйста, за сколько здесь сейчас можно купить квартиру в готовом доме и в стройке? Какие цены сейчас? На данный момент на стройке в среднем цены начинаются от 50 тысяч евро. Планировка 1 плюс 1, старт будет 50 тысяч евро. Класс. А если рассматривать готовые квартиры, 65 тысяч, 70 тысяч. Здорово. Это в новых комплексах. И там можно получить ВНЖ? Да.
Класс. А в этих комплексах есть инфраструктура? Там бассейны, хамам, сауна, вот как в Алании? Или это просто дом-дом? Смотрите. Отдельно стоящий. В готовых комплексах всегда будут открытый бассейн. О, класс. Парковка. Будет обязательно место для отдыха. Это барбекю, беседка. Угу. Детская площадка, ухоженная зона, да? Uh-huh. Но вот то, что сейчас мы рассматриваем у застройщиков на котловане, они тоже очень начали активно строить, как в Алании, с концепцией отельного типа. То есть начали также хамам, сауна, кинотеатр, вот это все включать. Очень красивая набережная. Очень. Я знаю, на 12 километров, мне сейчас сказали, протяженностью. И здесь много зеленых зон для прогулок с детьми, для пикников. Такая вот дорожка для велосипедистов, для активных спортивных занятий. Много кафешек, красивые пальмы, как в Майами. А вот скажи, пожалуйста, вы как планируете еще куда-то переезжать дальше, двигаться? Или же здесь оставаться? Какие у вас, если не секрет, планы? Пока сейчас нас в Мерсине все устраивает. Uh-huh. Единственное, возможно, мы локацию по районам будем менять, uh-huh. но переезжать с Мерсина в ближайшее время в планах нету. Поняла. Ну все, спасибо большое, что ответила на мои вопросы. Приятно было мне познакомиться. Спасибо вам, мне тоже очень приятно. Желаю вам счастья в этом потрясающем городе, очень красиво. Спасибо и вам большое процветание, спасибо. Чтобы ваш канал становился все больше, побольше вам подписчиков. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если у тебя будет время, заходи на наш канал, может там что-то полезное. Спасибо. Зайду и подпишусь. Ребят, сейчас я хочу вам еще показать один торговый центр, называется он Форум. Также расположен в центральной части города Мерсин, и у него очень интересное расположение. Он делится на две части и состоит из двух блоков, и эти блоки соединяет такой вот навесной мостик. А под мостом уже идет проезжая часть. Вот, в принципе, мы сейчас на этом мостике стоим. А в данном торговом центре нет таких вот супер-пупер брендовых магазинов. Это есть такие марки, представленные из масс-маркета, Zara, H&M, вот, турецкие бренды, такие как ADL, Epicure, магазины косметики, аптеки, ну и также, понятно, фудкорты, много спортивных магазинов, и Adidas, и Nike, Superstep. Ну, сейчас, я думаю, мы с вами пробежимся и уже непосредственно посмотрим. Я считаю, важно показать, какие торговые центры, потому что, когда приезжаешь на отдых, хочется что-то себе купить. Ну, находясь здесь, я понимаю, сравнивая с Аланией, да? У нас там вот небольшой наш Аланиум, который мы все так ходим, все что-то ищем. Да, здесь, конечно, выбор вещей, магазинов намного шире и больше. Получается, торговые центры, как в Анталии, а зелень и вот этот отдых, как в Алании. Два в одном. Большой выбор спортивной одежды и обуви. Посмотрите, вот магазин Superstep, он мультибрендовый. Здесь и Lacoste, и Nike, Puma, потом Vans. Пойдем посмотрим, сколько стоит Vans. Вот мне нравятся одни кеды, давно за ними охочусь. Вот классика. Вот такие кеды. 1919 лир получается на толстой такой подошве. Есть мужские, женские. Подошва поменьше. 1699. Мне нужна кепка. Как будто большевато. Может, она же регулируется. Сколько стоит? 799 лир. Слушай, хорошая цена. Ребятки, мы сегодня встали в 4 утра, приехали сюда и стараемся для вас. Делаем полезное, интересное видео. Если оно вам нравится, то поддержите наши старания лайком. Мы с Наташей скажем вам большое спасибо. Да. Опять я купила, а света нет. А? Ребят, сейчас пойдем в Бойнер. Бойнер здесь, конечно, намного больше, чем у нас в Алании. Ну и мы не можем не посетить вот эту прекрасную девушку под названием Зара. Так что давайте направляемся, посмотрим, что у нас тут. На этом этаже спортивная одежда.
Если честно, вот она меня мало интересует, спортивная. Может спуститься вниз, где там всякие сумочки, туфельки, платья красивые. Но кому нужна спортивная одежда, посмотрите, какой огромный выбор. Просто все, что нужно. Только занимайся. Вот где бы мне купить желание заниматься, мотивацию? Потому что вечером ложусь, такая думаю, все, завтра с утра на пробежку. Утром встаю, думаю, все, завтра с утра на пробежку. Каждый день одна и та же мысль, завтра. Так, вот кроссовки мне... New Balance, 1593. Легкие, вообще невесомые. Наташа, что там? На теннис мне так, ходить. Так, Наташа занимается теннисом, уже два занятия с инструктором прошла. Да, говорит, главное очень не нравится. Бросить. Весело, да, тебе нравится? Мне очень нравится. А сколько стоит? 600 лир, один час, ну, с тренером. А хорошо вот напрягаешься, похоже очень. На фитнес, да? Вообще есть просто, эффект? Это кажется, что вроде что там, тем более я еще пока не играю, только начала заниматься, но потеешь так, что ого-го. Сколько стоит эти? 540 лир. Даже в магазине спортивной одежды Наташа умудрилась найти себе вещь и сейчас покупает шорты для тенниса. Так как я очень люблю Сашу, я всегда смотрю ему трусы. Вот нашла трое трусов Calvin Klein 920 лир. Хорошие трусы, я сама не ношу, но муж доволен. На первом этаже есть магазин Ойша, хорошая домашняя одежда там продается. Большой отдел Zara, женская, мужская, детская. Огромный выбор, все, что хочешь, на любой вкус и кошелек. Этим, конечно, Мерсин подкупает. В Алании нам с Наташей не хватает такого шопинга. Человек изголодался по шопингу, видите? Каждый магазин и добыча. Нет времени, тут просто нужно мне зайти утром и выйти вечером. Ну что сделать? Ну вот такая я, да, я люблю тряпки, люблю. Хорошо, признание, это уже путь к излечению. Не факт. Да все мы любим. Ну да, вообще не факт. Я не хочу от этой болезни лечиться. Ты еще и заражаешь других. Мне Надя моя сказала, нахваталась от тебя, теперь стала тоже зависима от вещей. Да, я тоже. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Ну, ты точно не можешь сказать, что это плохо. Нет. Я бы тоже нахватала, но нам уехать, а я... За этот год уже столько всего нахватало, что уже чемодан трещит. Мы второй чемодан, кстати, будем докупать. У тебя чемодан, у меня шкаф трещит. Напишите, что трещит у вас. Красиво украшено, цветы, фотозоны. А сейчас еще такая погода классная, прям только гулять, не жарко, вот класс. Угу. Можешь мерить все, что хочешь, не липкий. Вроде в летнем, но не жарко, не холодно, прям вот идеально. То, что надо. Кальцедония, интимисимия. А, вот, кальцедония. Хорошие купальники, нижнее белье, носки и домашняя одежда. На ужин мы приехали в уютное кафе с традиционной турецкой едой. Вот так оно выглядит со стороны. Называется Салас Кебаб. Давайте зайдем внутрь, я вам покажу, что есть из еды. И какие цены? Вот, смотрите, вот эти блюда 65, курица, мясо. Можно взять гарнир, хорошие цены за мясные блюда. И посмотрите, мы заказали кебаб, вот, люля-кебаб нам готовят. Такая открытая кухня, можно посмотреть, из каких ингредиентов, в каких условиях готовится. Аромат просто невероятный. Наталья, вот ты уже 5 лет в Турции живешь. Я хотела спросить. Ты уже полностью перешла на турецкую еду? Нет. Или периодически дома готовишь нашу? Котлеты, пюрешки, пельмешки. Что ты ешь каждый день? Колись. Ну, на работе нас кормят. Соответственно, то, что она могла приготовить, но это блюдо турецкой кухни. Угу. А дома я готовлю больше русскую кухню. Борщ, котлетки, курочка. Вот. Значит, все-таки даже за 5 лет ты не перешла? Нет, не перешла. Ну, хочется все равно такого своего домашнего чего-то. Согласна, потому что я тоже здесь готовлю в основном нашу еду. Сейчас я ребят привезла в интересное очень место в Мерсине. Скажем, это историческая достопримечательность, объект культурного наследия. И он, удивительно, что расположен, скажем, посередине города. Да? Это место называется Помпей. Ну, местные называют его так. А вообще история данного сооружения, этого объекта, она идет с 2-3 века. Здесь был построен город.
Но в VI веке он был разрушен. До наших дней, до наших времен вот остались такие останки этого города. Колонны. Это был колонны, да. Их осталось 40 из 200. Это был такой проспект, который протяженностью был 400 метров и шириной 10 метров. На этом месте был город Салоя. Это выяснили археологи, и мы видим, что это близко к морю. Здесь была налажена торговля как с Кипром, так и с Египтом. Наташа, ты хороший экскурсовод, ты могла бы гидом работать. Я как человек, который проехал, наверное, 200 экскурсий, хочу сказать, вот гиды любят, знаешь, что делать? Вот подойдут к какой-нибудь развалине и скажут: развалина особенная, вы все должны загадать желание. И сначала, когда группа идет, все такие недоверчиво, потом один кто-нибудь загадал. Ну, я на всякий случай загадала. И вся группа стоит, вся группа. Порш там, кто чего? Вроде думаешь, это все ерунда, не работает. Но все из группы... Ну вот представь, мы сейчас с тобой стоим и прикасаемся своими руками к истории 2-3 века нашей эры. Ну круто. Ну, удивительно круто, да. Настал новый день. И сегодня мы хотим посмотреть несколько квартир на продажу в Мерсине, узнать, какие цены, и показать вам. Мы приехали в Summer Home, компания тоже имеет здесь офис. Наташа, а в каком районе мы находимся? Мы находимся с вами в районе Инишахир, скажем, это центр Мерсина. Вот, административное здание, и здесь у нас расположен офис на 2-м этаже. Я думаю, что кому будет интересно, для ваших подписчиков и наших будущих клиентов в Мерсине, под видео вы оставите точку на карте, да, где нас можно будет найти. Сейчас мы с вами посмотрим офис, а потом уже поедем посмотрим непосредственно квартиры. Свет, добро пожаловать, проходи. Спасибо. Вот мы находимся с вами сейчас в нашем офисе. Он, конечно, не такой большой, как у нас аланийский офис, но и не маленький. Интерьер тоже отличается. У нас в логотипе, может быть, кто-то внимательно есть подписчики, использованы оранжевые и синие цвета. И здесь вот в соответствии с нашим логотипом поставили такие разноцветные кресла. Получается, тут у нас, ну скажем, большая комната, как презентационный зал. Дана, привет, Мираба. Дана, наша сотрудница, да, работает здесь. Также менеджеры могут сидеть и работать тоже здесь и проводить презентации, общаться с клиентами. Рабочие места, все оборудовано. Потом у нас получается, ну, зона прихожей или, скажем, как ресепшн, телевизор. Мираба. Барышбей, он у нас раньше работал в Алане, сейчас он живет и работает в Персине. Здесь у нас тоже рабочий кабинет для менеджеров. Ну, прикольно, большой достаточно, много кабинетов. Хорошо, еще один кабинет. Еще один кабинетик небольшой, маленький. А вот и Вулкан. Мираба. Наш, Мираба, можно Мираба сказать, заведующий офисом в Персине. Ага. Вот, плюс еще тоже как зал для презентаций, есть выходы на балконы. Ну, здесь можно приготовить, видите, есть плита, чай, кофе. Наташа, когда клиенты хотят купить квартиру в Мерсине, ты тоже приезжаешь сюда на показы? Конечно, безусловно, каждый менеджер, работающий в Алане, если у него появляется клиент на покупку недвижимости в Мерсине, он может сопроводить клиента, показать ему здесь все, поездить. Соответственно, также и ребята из офиса смогут показать, есть автомобиль, встретить. Ну, это все, скажем, организовывается так же, как и при покупке в Алане. Хорошо. А скажи, пожалуйста, есть ли возможность удаленной покупки квартиры в Мерсине? Однозначно. Из России прям? Да, да. Онлайн-покупки, они также имеют место быть, как в Алании, в Анталии, в Стамбуле, в том числе и в Мерсине. По условиям все то же самое. Первоначальный взнос, ну, может быть, здесь он может отличаться. Там у нас в Алании обычно 30%, там 35%. В Мерсине где-то порядка 50% может составлять первоначальный взнос. Ну, если это мы говорим о проектах
которые приобретаются на стадии строительства. Почему мы вообще захотели вам показать недвижимость в Мерсине? Потому что сейчас здесь очень хорошие цены. Многие говорят, что Мерсин – это Алания 3 года назад. Если в Алании цены были 3 года назад 65 тысяч евро за 1+1, то сейчас 120 тысяч. Здесь квартиры стоили 1+1 где-то 30 тысяч, а сейчас 60. Поэтому получается, ну, практически в 2 раза дешевле можно купить хорошую квартиру для жизни или для аренды. И мы сами рассматриваем Мерсин для инвестиций, потому что это очень перспективный город, и многие говорят, что он догонит Аланию по ценам и, быть может, даже перегонит. Поэтому сейчас сюда очень выгодно вкладываться. Я еще от себя хочу добавить. Вчера мы вот с вами разговаривали о том, что здесь, в Мерсине, построили новый аэропорт. Он пока еще не работает. Да, большой международный аэропорт, его еще не запустили. Ну, в ближайшее время запуск данного аэропорта планируется, но пока точных дат неизвестно. И, соответственно, скажем, с развитием международного авиасообщения, я думаю, что в дальнейшем стоимость на недвижимость она также будет возрастать. Цены в городе Мерсин начинаются в районе 53-55 тысяч евро. Но это будет проект на стадии строительства, именно котлован. Вот сейчас мы с тобой, Свет, стоим именно на этом месте. Через 15 дней, то есть 2 недели, будет начинаться строительство данного проекта. Это один блок, 10 этажей, район Эрдемли, 350 метров до моря. С 4-го этажа будут открываться видовые характеристики именно на море. И стоимость квартир в данном проекте начинается на 1+1 от 53 тысяч евро. По условиям оплаты, соответственно, мы можем заплатить 40 или 50% первоначального взноса и воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. А по инфраструктуре что будет в комплексе? По инфраструктуре будет открытый бассейн, будет сауна, паркинг открытого типа, детская площадка, зона барбекю. Будет, то есть, ну, скажем, более облегченная инфраструктура. Но, тем не менее, за 53 тысячи евро... Да, цена золота. А окончание строительства? А окончание строительства запланировано на июнь 2024 года. Часто застройщики задерживают сдачу в Турции? Вот ты же постоянно с этим работаешь. Да, я постоянно с этим работаю, но я не могу сказать, что часто. Не сказать, что нет, ой, такого нет. Вообще бывает, но не так, что на год, на два, на три, там... на 4 или на 5 лет заморозилась стройка. Это может быть пару-тройку месяцев, но опять-таки по причинам, допустим, будем, наверное, долго мы еще к коронавирусу возвращаться, да, когда карантин был и все время рабочих смен сокращено, но тем не менее стройки не останавливались во время карантина. В этом видео мы хотим вам показать все варианты недвижимости по этапам: недорогое, среднее, люкс. Также мы вам хотим рассказать, вот уже рассказали, про стройки. Самое выгодное, это, конечно, покупать на этапе котлована. Но многие люди боятся. Многим хочется хотя бы, чтобы коробка была построена. Поэтому вот про это все расскажем. Мы сами покупали на этапе котлована, хорошо на этом заработали, и нам понравилось. Хороший оживленный район, смотрю, и место не шумное. Земли много. Место не шумное, земли много, да. И я предлагаю поехать дальше, посмотреть тоже стройки, квартиры, шоурумы и готовые варианты. Мы приехали еще в один проект, и мы его назвали инвестиционный, потому что здесь на квартире можно хорошо заработать после сдачи комплекса. Наташа, расскажи, что это за район? Это район Чишмеле, только начало строительства, в принципе, несколько этажей возвелись, и очень приятные цены, близость к морю. Плюс в окружении данного проекта у нас расположены апельсиновые и лимонные сады. Сейчас они цветут, и чувствуется как такой приятный воздух, запах. Да? И получается, до моря у нас также порядка 350 метров от данного проекта. И стоимость квартир, вот, самое главное, давай, от 61 тысячи евро по площади 69 квадратных метров. Прекрасная цена. У нас, скажем, стройка идет, но сделали такой продуманный ход, что рядом построили квартиру-шоурум.
И уже, в принципе, мы можем посмотреть на ее примере, как будут выглядеть в конечном итоге квартиры. Пойдемте посмотрим, уже не терпится взглянуть. Пока мы идем смотрим, я расскажу по условиям оплаты. Первоначальный взнос также составляет 50% и предоставляется рассрочка до окончания строительства, в данном случае 12 тоже месяцев, до мая 2024 года. Стройка идет, но у нас есть уникальная возможность посмотреть, как будет выглядеть квартира в конечном результате. Это планировка 1+1, площадь 69 квадратных метров. Заходим, у нас большая зона прихожей. С правой стороны от меня ванная комната. Она давайте тоже зайдем. Очень просторная. Подтверждаю, просторная, хорошая, стильная плитка, красивая сантехника. Смотрите, как здорово сделали. Мы заходим, это у нас спальня, да? И казалось бы, а где шкаф? Шкафа нет, но есть своя гардеробная. Это что-то невероятное, ребята. Посмотрите, какая большая гардеробная в квартире 1+1. В однушке, по сути. Вот хорошая площадь, и она позволяет сделать такую большую гардеробную. Потому что проблема однушек в том, что вечно все валяется, некуда все сложить. Да. С такой гардеробной реально не нужен шкаф. Здесь поместится все. Единственная кровать какая-то низковатая. Я бы... Ну, можно же поменять. Это просто шоурум. Мы смотрим планировку, и уже как примерно это будет выглядеть пространство с мебелью. А так очень красивые панели на стенах, зеркала, текстиль. Все мне очень нравится, стильно, красиво. И почему еще мы показываем этот проект? Он нас с Сашей лично заинтересовал, потому что здесь очень хорошая цена сейчас. И в похожих домах, которые уже сданы, сейчас цена на такую квартиру 1+1 от 120 тысяч евро. А здесь 61 тысяча. И стройка активно ведется. Это инвестиционный проект, на который можно хорошо заработать. И, конечно же, гостиная с выходом на балкон, совмещенная с кухонной зоной. Отличная, просторная, красивая, стильная. Смотри, какой интересный, да, классический стиль, но такой современный диванчик классический. Очень интересный, то есть он модульный. Можно ту часть использовать тоже как журнальный столик, мягкий. Мне очень нравится отделка. Современные качественные материалы за такую цену вот этим Мерсин подкупает. Прям хорошее дело. Посмотрите, техника вся встраиваемая. Посудомоечная машина, такой остров, здесь духовой шкаф. Ну супер, и кухня под потолок. Красивый у нее такой кремовый цвет. У нас рад и такая же. Большой холодильник. Прям хорошо, просторно. И этот район, почему мы еще его вам показываем и сами смотрим, пользуется большой популярностью среди русскоговорящих людей. Здесь живут на ПМЖ русские, украинцы, из Казахстана люди. Еще сюда даже местные турки приезжают летом отдыхать, потому что здесь очень хорошая природа, море. Поэтому даже с точки зрения туристической можно потом хорошо сдавать в аренду. И хочу посмотреть балкон. Большой, красивый. Ну, сейчас мы находимся на земле. Это не так прикольно. А вот когда дом будет готов, вот это будет классно. Большой, просторный, для посиделок. Даже поместится сюда без проблем и сушилкой. Много что поместится. 4 стула. На сегодняшний день это лучший инвестиционный вариант по недвижимости в Мерсине. Прям от души рекомендуем. Как вы знаете, мы уже купили одну квартиру в Турции, в Алании, и покупали мы напрямую от застройщика в компании Summer Home, где работает Наташа. Она сегодня нам все это показывает. Если вы тоже хотите купить квартиру в Турции, в Алании, в Стамбуле, в Мерсине, то обращайтесь в Summer Home, их контакты мы оставим внизу в описании под этим видео. А по промокоду «Вечное лето» действует дополнительная скидка 1000 евро на покупку недвижимости. Наташа, проговори ваш номер телефона. Наш контактный номер телефона для связи WhatsApp, Viber, Telegram +90 538 888 16 16. Если вам понравилась, допустим, эта квартира, вы можете ее также купить удаленно или вместе с Наташей приехать в Мерсин и посмотреть еще какие-то варианты. Но вот этот прям хороший. Наше путешествие по Мерсину продолжается. Мы приехали на второй объект. Это район Чешмели. Проект находится на стадии строительства, всего 380 метров до моря,
Городская инфраструктура рядом тоже хорошо развита, и есть магазины, где можно купить продукты. Мигрос прямо. Да, Мигрос рядом. Получается, проект состоит из 4 блоков. 2 блока у нас сейчас находятся ближе к завершающей стадии строительства. Сентябрь где-то они закончат и будут вводиться в эксплуатацию. И если мы посмотрим, то за ними еще 2 блока, они будут сдаваться уже к концу этого года. Так. Здесь на продаже представлены квартиры различных планировок, как 1+1, 2+1, там 3+1. Минимальная стоимость на квартиру планировка 1+1 начинается от 72 тысяч евро. Хорошая цена. Площадью 58 квадратных метров. Отличная площадь. 2+1 площадью 115 квадратных метров от 99 тысяч евро. Условия оплаты следующие. 50% первоначальный взнос составляет и предоставляется рассрочка на 12 месяцев. Еще хочу показать, какой большой здесь будет бассейн. Практически олимпийский. И он глубокий, просто его сейчас посередине закрыли вот такими панелями, пока не запустили, но вообще он глубокий. Территория большая, красивая, есть где погулять с детьми, встретиться с друзьями и позаниматься спортом. И до моря рукой подать. Пойдем смотреть квартиру. Пойдем. И несмотря на то, что идет еще стройка, подъездная группа тоже она готова, мы можем посмотреть, как будет она выглядеть. Тут и плиточку постелили, вот такими вот панельками. О, какое зеркало большое, красиво. Да, отделали стены с зеркалами. Ну, слушайте, хорошо, я думала, что за эту цену будет совсем общежитие, а тут прям красиво. Мы будем показывать на примере шоурума в квартиру и начнем с планировки 1+1, чтобы уже визуально люди могли представлять, как будет выглядеть по конечному итогу. Но стоимость цен на квартиру я называю без мебели. Ну, соответственно, если уже человек захочет также обставить квартиру как шоурумная, то ему за это... нужно будет доплатить. Но на 1+1 полностью в комплекте составляет это 11 тысяч долларов. Угу. На 2+1 – 21 тысяча долларов. Это на 1+1 уже с техникой? Да, все класс, вместе. Класс, недорого. То есть мы заходим, у нас с левой стороны получается ванная комната под ключ. Красивая плитка. Светлая. Очень популярна она сейчас во многих проектах дизайнерских. Достаточно просторно, даже вдвоем можно зайти. Хорошая сантехника, приятная. Вот умеют в Мерсине делать мебель. Мы сразу вот это отметили с Сашей. Все такое красивое, стильное, как вот у нас в квартире в Саратове. Мы под заказ все делали. Не просто белое все, а все такое красивое. Приятная цветовая гамма. Да. Нейтральная, не напрягает. Вау. Тут у нас кухня. Красота. Угловая, да. Обеденная зона решили выделить вот таким образом в виде как барной стоечки. Ну хорошо, мы чтобы за такой сэкономить сейчас пространство. Тут у нас зона отдыха. Диван-столик. Стильно, красиво, уютно. А, кстати, не обязательно от застройщика покупать пакет мебели. Вы можете самостоятельно сами... да, выбрать мебель на свой вкус и бюджет и уже обставить. Но я хочу сказать, вот это вот 11 тысяч, это вообще недорого. Мы сейчас тоже занимаемся обставлением, и выходит где-то 15. Поэтому если могут сделать дешевле застройщики, я бы взяла вот этот пакет от дизайнера. Но вы можете сами сделать, как вы хотите. И давайте выйдем на балкон. Вот такая вот квартира, скажем, минимальная стоимость начинается от 72 тысяч евро за 1+1. Вот, видите, как цены отличаются в зависимости от региона. Но это пока. Слушай, как дорожают в Мерсине квартиры? Вот с котлованы и до сдачи. Ну, я могу сказать так, что по стандарту, в принципе, везде закладывается от начальной цены до финишной, там от 20 до 30%, да? И мы так всегда говорим клиентам, это, в принципе, и в Алании так было, но ситуация, скажем, последних пару лет показала совершенно другую тенденцию, что люди, которые приобретали недвижимость там 3-4 года назад, и на сегодняшний день, если они продают свои квартиры, то они вместо 20-30% они заработали там от 50 до 100%. Это мы. И в этой квартире выход на балкон есть и из гостиной, и из спальни, что тоже очень удобно. Балкон достаточно просторный, спокойно поместится стол, стулья и сушилка. И раз уж мы здесь, решили посмотреть квартиру побольше, она прям соседняя. И цена тоже хорошая для большой такой квартиры. Да, это квартира планировкой 2+1, общей площадью 115 квадратных метров.
она линейная, это квартира не дуплекс, и в данном проекте вот квартира такими планировками начинается от 99 тысяч евро с аналогичными условиями оплаты, 50% первоначальный взнос и рассрочка на 12 месяцев. Хочу отметить, что когда мы заходим, у нас есть тут достаточно приличная зона большая, коридора хорошая. Со встроенными шкафами. Ну, зашел, ключи кинул, сумку поставил, да, вот здесь, разделся. Плавно мы переходим в зону гостиной, совмещенной с кухонной зоной, но причем кухонная зона у нас выделена отдельно, а зона гостиной получается зона отдыха отдельно. Дорогая марка бытовой техники «Франки». Смотрите, здесь кухня вот такая угловая, есть окошко, хорошая каменная столешница, фартук, тоже «Франки». Вся техника «Франки». Слушай, вот я бы заказала пакет от застройщика. Если они ставят «Франки», мы считали «Арчелик». У нас выходило 15 тысяч евро обставить 1 плюс 1, а здесь за 11, если они ставят франки, это очень. Нет, 11 круто. Это на 1 плюс 1. Ну, я про 1 плюс 1 и говорю, у нас там 15, у нас же тоже 1 плюс 1. Классные отделочные материалы, стены, вот эти все панели, освещение, шторы. Мне нравится вся цветовая гамма, мне кажется, здесь нет никаких отвлекающих моментов, понравится всем. И на перепродажу, и в аренду. Но, если честно, такую красивую квартиру даже жалко в аренду сдавать. И давайте выйдем на балкон, посмотрим, какой открывается вид. Квартира угловая. И за счет этого в гостиной дополнительное боковое окно. И тоже вид на бассейн, на зелень, красивая территория. Напротив ничего уже не вырастет, никакой дом, потому что здесь у нас зона сада, барбекю, вот такие беседки. Ну супер, и посмотрите, какой большой балкон, он больше, чем в квартире 1 плюс 1, хотя доплата по цене, ну не прям большая. Я вот сравниваю цены 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Доплата, в принципе, небольшая, но площадь огромная, балкон огромный, и прям комфортная для жизни большой семьи. И сейчас хотим посмотреть спальни. Детская спальня, напротив нее как гостевой санузел. Такая система хранения. Шкафы, смотрите. Они... Хочу отметить, что все шкафы под потолок. Да, красиво, стильно, современно. Доводчики, такие тяжелые достаточно дверцы. Рабочая зона, посмотрите. Здесь ребенок может делать домашние задания. И в детской есть свой балкон. Активно ведутся строительные работы. Погода сегодня немножко подкачала. Хотели, чтобы было солнечно, красиво, но сегодня немножечко дождик моросит. Напротив детской у нас гостевой санузел, один из. И далее мы будем смотреть с вами родительскую спальню, там есть своя ванная комната. Классно, когда есть два санузла. Я думала раньше, зачем два санузла, место тратить? Да? А это такая благодать, так удобно. Мы сейчас живем здесь, тут один, а мы уже привыкли два. Саша в душе. Я ванну принимаю, вместе там, он там зубы чистит, собирается, а в ванной комнате вся моя косметика. Во! Хозяйская спальня тоже очень красивая, два окна, высокие потолки, ощущение прям такого хорошего пространства. Шкафчик и вот ванная комната. Шкаф, вот честно, вот со стеклянными дверцами шкаф лучше не брать, потому что весь бардак будет видно. Не знаю ни одного человека, у которого, как в рекламе, висят две рубашечки, две пары туфель и сумка Шанель. Ну нет, и... такого не бывает. Вот такой кельдим у всех бардак. Ну и плюс, соответственно, еще от рук будет постоянно... Да. За ним нужно будет ухаживать, с тряпкой ходить, натирать его. Так что вот... такой момент. И заходим в санузел. Хорошее зеркало. Вот здесь вот у нас большая раковина. Не то, что такая малюська стоит. Спокойно здесь все поместится. Она подвесная, что тоже современно, красиво. Санузел у нас, получается, инсталляция тоже. Не отдельно стоящий трон, а инсталляция. Удобно внизу помыть. Ну и вот такие вот перегородки в душевой зоне. Здесь вопросов нет. Двери тяжелые, хорошие. Ребят, сейчас мы с вами приехали на следующий объект. Он расположен буквально в 2 минутах от нашего офиса в Мерсине. Это новый проект, сдается вот в этом году. Ага. В принципе, уже он готов. С полной инфраструктурой здесь очень красивая территория. Я могу сказать из своего опыта, что, наверное, первый раз я вижу такую интересную территорию благоустроенную. Здесь полная инфраструктура, за исключением закрытого бассейна.
огромные плавательные бассейны. Посередине бассейна есть вот такой вот выступ с насаждениями банановыми, деревьями, да, декоративными там цветами разными. Детский бассейн. Теннисный корт, баскетбольно-волейбольная площадка, мультикорт, такие различные зоны отдыха, лежачки, прям именно в бассейне стоят на ступеньках, и есть зоны для загара, принятия солнечных ванн, тоже по периметру бассейна. Закрытый паркинг, зона барбекю, здесь в том числе имеется и парковка открытого типа. В данном проекте я вам покажу квартиру планировкой 4+1, площадью 280 квадратных метров, и она как раз-таки подходит под получение турецкого гражданства по инвестиционной программе. То есть покупаешь эту квартиру, и тебе дают паспорт? Да, все верно. На всю семью? На всю семью. Хорошо. Соответственно, чтобы получить на всю семью, условия должны быть следующие. Это законный брак и несовершеннолетние дети до 18 лет. Если уже есть дети более 18 лет, то в данном случае они не смогут получить, да, гражданство по инвестиционной программе. Поняла, хорошо. Мы когда сюда пришли, увидели эту территорию, я сказала: вау, это похоже на Пхукет. Просто невероятно. Вот так сфотографировать, спросить, где это? Мне кажется, многие скажут, что это Таиланд, а не Турция, да? Очень похоже. Вот эти банановые пальмы и бассейны они такие делают. Очень стильно, да, интересно, необычно. Ну, не похоже, как другие проекты, если вот сравнивать, допустим, с той же самой Аланией. Перед тем, как посмотреть квартиру, я хочу показать вам подъезд. И у меня даже язык с трудом поворачивается назвать это подъезд. Ребята прошли, как само собой разумеющееся, а я смотрю, ну, очень нереальная красота. Какой шикарный холл, какие красивые потолки, плитка, дерево. И здесь, кстати, есть стол для настольного тенниса. Зашли в квартиру, и мы уже одним глазочком ее посмотрели, и все втроем такие: вау! Да. Саша вообще сказал: вот это моя квартира. Тут вот я понимаю квартира, площадь. Тут я понимаю. Правда. Смотрите, невероятно. Тут у нас, ну, какая прихожая, да? Королевская. Сюда на лошади можно тут въехать. Вот заходишь, а тут гардеробная с санузлом. Обалдеть. Тут у нас гостевая именно, да, гостевая комната, да, очень продуманная планировка, плюс отдельная кухня, она и вас поразит вообще масштабом своим. И в гостевой комнате есть свой санузел. Ваши гости приехали отдельно. И уже никогда не уедут. Это точно, они не уедут. Мерсин у нас регион газифицированный. Соответственно, здесь в домах есть отопление в зимнее время. Это у нас кухня. Я как в музее. Мне в музеях не так нравится, как здесь. Я иногда смотрю интерьеры, как императоры жили, цари. Бедно, скучно по сравнению с этой квартирой. И там еще выход на террасу из кухни. То есть можно здесь что-то приготовить, а там посидеть. О, какая она большая, красивая. Вот это балкон, да? Вот королевский. Тут один балкон 20 метров только, наверное, 18. У нас с Сашей первая квартира меньше была, по-моему, чем этот балкон. Какая красивая, смотрите, территория качели. Ну все просто вау, вид хороший. Все красиво, очень светлое получается здесь, сколько окон. Кухня невероятная просто. Мечта поэта. Сколько можно разных кастрюлек сюда поместить. Нравится? Хотела бы себе такое? Однозначно. Я тоже. Это самая красивая квартира. Глупый вопрос, Свет. Ну, может, ты видела и получше. Ты же каждый день их смотришь. Нет, это, наверное, я тебе могу сказать тоже. Одна из немногих квартир, которая на меня произвела впечатление. Тут у нас гостиная.
Просто чисто зона отдыха. Телевизор, диваны, стол. И, соответственно, у нас тут опять идет коридор. О, боже. Есть техническое помещение. Его можно использовать тоже по своему усмотрению. Может быть, сделать как мини-гардеробную или бойлерную, там сложить кошачью, гладильную доску, да. Кстати, у кого есть животные, тоже комната для животных. Просто вау. Я думала, это все, а тут еще сколько. Саша, смотри, какая спальня шикарная, как спальня-кабинет. И каждая комната в своем стиле. Угу. Есть балкон. В качестве напольного покрытия у нас в жилых зонах, то есть в спальнях, использован ламинат. На кухне, в прихожей у нас использована керамическая плитка. Это детская комната для принцессы. Смотрите, батареи. Видимо, для девочки. Не замерзните. Там еще что-то. Тут есть как такая вот, наверное, детская гардеробная и вот постирочная. Вообще! То есть сделали еще в детской гардеробной, еще у них тут постирочная. Ну, красота. Мне кажется, из этой 4 плюс 1 можно 10 плюс 1 сделать. Это точно, по московским меркам можно 20 плюс 1. И, соответственно, самое главное, это мастер-бедрум. Хозяйская спальня, смотрим. Да. Огромный гардероб. Много всяких полок, все уже продумано, встроено, красиво, не нужно заморачиваться. До свидания, я здесь остаюсь, счастливо вам поснимать. Пока. Из родительской спальни у нас есть тоже выход на балкон. И посмотрите, оцените, какой интересный санузел, ванная комната. Отдельно душевая кабинка за стеклом и отдельно у нас, скажем, так вот туалет. О, ну а что, мне нравится. Чего стесняться-то? Кого стесняться? Кто давно замужем? Две раковины для супруги, для супруга. Обалдеть, просто, ну восторг. Это получается, ты покупаешь эту квартиру. Сколько она стоит? А, смотрите, квартира такая стоит 550 тысяч евро. Угу. Соответственно, можно получить гражданство по инвестиционной программе. Но стоимость я озвучиваю без мебели и техники, в чистовой отделке. То есть тут есть такие же квартиры без мебели? Да. Это как шоурум, да, идет? Его тоже можно купить? Его тоже можно, в принципе, купить, либо выбрать, может быть, по видовым характеристикам более интересную квартиру, да? Ну, если клиент захочет, то, соответственно, также все это можно сделать, такой же аналогичный ремонт. Вопрос. Вот я покупаю квартиру, получаю паспорт. В течение какого времени паспорт дает? Ну, смотрите, могу сказать так, что на сегодняшний день сроки оформления турецкого гражданства по инвестиционной программе составляют где-то от 8 месяцев до 1 года. Угу. Раньше было чуть поменьше, но в связи с большим, скажем, потоком таких желающих, сроки немного увеличились. Поняла. Хорошо. Все это время, в принципе, я могу жить в Турции. Ну, по российскому паспорту там сколько? 2 месяца плюс 1 месяц выехать. У вас, когда человек приобретает вот, расскажи, недвижимость, допустим, жилую, да, эту квартиру под гражданство, угу, по инвестициям. И в этом случае ему также дается вид на жительство. Угу. То есть так, ждем паспорт здесь. Ждем паспорт здесь. Можете вылететь, пожалуйста. Хорошо, поняла. Слушай, а я потом смогу продать эту квартиру? Только через 3 года. Через 3 года. По сути, чтобы получить паспорт, надо купить квартиру, получить паспорт, 3 года подождать, и потом вы можете ее продать. Потому что на и паспорт данную... получится бесплатно. Все верно. На данную недвижимость накладывается обременение на 3 года. Да. И в соответствии с которым вы ее не сможете продать. Но через 3 года эта цена через еще вырастет, и ты заработаешь, и получается паспорт бесплатно, плюс еще денег заработал. Ну, в принципе, 550 тысяч для такой квартиры, я думаю, что это... Это недорого, потому что мы в Алании смотрели виллы, они были поскромнее и подороже. Подороже. Поэтому я зашла сюда. Но это Мерсин, здесь и цены ниже. В принципе, локация очень достаточно хорошая, до моря не так далеко, 2 километра. Угу. Центральная часть города, до ближайших магазинов, тут тоже 150 метров, до автобусных остановок, так что думайте. Поняла, очень-очень хорошая. Если хотите получить турецкий паспорт или купить квартиру в Турции, может быть, виллу, то обращайтесь в компанию Summer Home, смело рекомендуем. Наташа, проговори ваш контактный номер для связи. Наш контактный номер для связи WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 90 538 888 16 16.
По всем вопросам можете смело спрашивать Наташу. Наташа уже 5 лет работает в Турции, знает все и про юридические моменты, и про стройки, и про квартиры, и про цены. Поэтому вот тебя смело рекомендую. Спасибо. Сами покупали у Наташи и довольны. На обед мы пришли в рыбный ресторан «Чекил». Посмотрите, он находится прямо на берегу моря. Как у нас здесь красиво. Накрыли такой стол. Я когда пришла, стол был уже накрыт. И я подумала, что у кого-то день рождения или свадьба, потому что столько всего. И пока несут нашу еду, я хочу немножечко попытать Дану. У меня есть несколько вопросов. Мы, когда ехали в машине сюда, зашел разговор про землетрясение. Скажи, пожалуйста, вот когда было вот это землетрясение в Турции большое, были ли здесь разрушения? В Мерсине разрушений не было, но землетрясение ощутили. Амплитуда была 4,6. Но вообще Мерсин считается самым сейсмобезопасным регионом. Так. В Мерсине самое тихое море, если вы заметили. Да. И когда здесь начинают строить комплексы, если вы заметили, они очень высокие. Да. 12-14 этажей. Вначале подготавливают очень хорошо фундамент. Угу. То есть очень глубоко делают заливку бетона. Это 14 метров примерно заливают бетон, подготавливают фундамент. Потом какое-то время ждут. И после этого начинают строить. Угу. И ширину вот этих... Ширина фундамента тоже очень широкая. Я не могу сказать, сколько метров, но я как бы в одной стройке видела, очень широкая. Поняла. Хорошо, спасибо. И еще последний вопрос про школы. Вот ты сказал, что у тебя 3 детей. Вообще круто выглядишь. Даже спасибо. Не скажешь, что у тебя 3 детей. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, что здесь со школами, где у тебя дети учатся? Мои дети пошли в государственную школу турецкую. Так. Мы в Алане тоже в государственной учились, потому что в государственной быстрее научатся дети говорить на турецком. Так. То есть был вариант, мы смотрели и в частной школе пробовали, но ребенок там расслабляется, там к нему все равно относятся более лояльно. Ага. Потом в классе очень много русских, и они как не стараются. А когда идут в государственную турецкую школу, быстро учатся турецкому языку. И также в детский сад турецкий младшая ходит. А сколько стоит школа? Сколько вы платите? Государственная школа без оплаты. Бесплатная, да, понятно. То есть надо определенные, есть документы, которые надо подготовить. Это вам нужно будет табель перевести, сделать апостил. Потом нужен ВНЖ. И потом вы документы подаете. Есть сайт специальный, там все подготавливаете, подаете и ходите в школу. Она бесплатна. Здорово. А как дети местные относятся к иностранным детям? Очень хорошо. Да? Они очень приветливые, дружелюбные. У меня дети как бы с удовольствием ходят в школу. Младшая вообще с удовольствием ходит в садик. Сама утром просыпается, говорит, что ей нужно в садик. В субботу, воскресенье спешит, чтобы был понедельник. Да? Здорово. А каникулы у них когда вот? Каникулы отличаются от наших. Вот я слышала об этом. Отличаются. Вот недавно буквально на Байрам они дали за год буквально 2-3 раза каникулы. Неделю-две отдыхают и учатся. А вообще в Турции считается хорошее образование, среднее, школьное? Как вот? Вы знаете, отличается очень сильно сама система, то есть детей не нагружают. Вот вы знаете, старшая дочка у меня прям тоже, можно сказать, с удовольствием ходит. Они в школу ходят, они общаются с детьми, учатся там, но их не нагружают домашними заданиями. Может, то есть хорошо? Они домой приходят, они свободны. Потому что я помню, я приходила и до 12 иногда уроки делала. Это был большой стресс. Да, мы домой приходили. И из этого я мало что помню, самое обидное.
А они, нет, не нагружают детей домашними заданиями. Да, говорят там, если что-то нужно ребенку, они звонят, педагоги говорят там, пусть ребенок читает побольше, можете чуть-чуть позаниматься математикой. Но как у нас там прям домашнее задание, каждый день проверять. Потом насчет формы прям нету такой сильной, не мучает детей. Дети понятно. Спокойно ходят и приходят. Спасибо, спасибо большое. Все. Вам спасибо. В Турции большой популярностью пользуются рыбные рестораны. Леврек, чупра, вот такие виды рыб, морепродукты, креветки очень вкусные. И посмотрите, что у нас сегодня на столе. Это маринованные овощи, ну вот как наша квашеная капуста, только она не нарезанная. Перчик, морковка, привычная еда. Картофель по-деревенски. Вот такой, если честно, я еще не пробовала. Овощной салат, руккола, чеснок, помидоры. Кольца кальмаров, панировки с каким-то специальным соусом. Овощной салат, перчик маринованный, свежая зелень, всякие соусы. Обязательно хлеб, лимон и, по-моему, хумус, да? Хумус? Это я люблю. Пробуем. Вкусный? Кто любит, понравится. Попробуем кальмарчик. Похоже на майонез. Ну ладно. Жирненько, вкусненько. И еще принесли что-то шкварчащее на сковороде. Выглядит очень аппетитно. Это креветки. Помнишь, мы с тобой на рыбном рынке ели? Ну, красота. Вообще супер. Аромат чеснока. И они, кстати, крупные. Посмотрите, какие большие. При условии, что они уже готовы. Обычно размораживаешь, там ничего не остается. Несмотря на плохую погоду, мы вышли на пляж, чтобы вам показать, какие пляжи в Мерсине. Посмотрите, они песчаные. Вот такой мелкий, приятный песок. Плавный заход в воду, нет камней, нет волн. Море спокойное в этом городе, красивое. Высокий сезон, вот Дана говорила, здесь вода чистейшая, прозрачная. Видно дно, прям голубого, красивого цвета. Поэтому вот, смотрите, если будете здесь жить или приедете отдыхать, вот такие здесь пляжи. Мы, кстати, с Даной сейчас разговорились, она сказала, что на месяц жизни на семью у них уходит 3500 лир на питание. Но это без мяса. С мясом где-то, может, 4,5. Но их 5 человек, 3 детей и 2 взрослых. Так что цены, она сказала, здесь ниже, чем в Алании. Это на рынках. А в супермаркетах такие же цены. Но зато здесь дешевле жилье и различные другие услуги. Мы постарались сделать этот выпуск максимально полезным, интересным и насыщенным. Если он вам понравился, если он хотя бы чуточку поднял вам настроение, то ставьте нам лайки, пишите добрые комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Там всегда свежие, актуальные новости, и мы там общаемся. Задавайте свои вопросы. Мы вас очень сильно любим. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока!